моими своими зайцами побыть. Так, все, я вышла в эфир. Мы, как обещали, да, всем привет. Мы только что закончили съемочку, да. Все, пока. Вот так. Провожаю. Вот, а я передаю этот аппарат, как он называется? Нашу камеру. Да, короче, в общем, это устройство передаю Эльвирочке. Это, познакомьтесь, сейчас мы будем очень много рассказывать вместе, потому что это управляющий проект. Моего проекта. Нашего проекта. Управляющий, да, в общем-то, моего бренда. Руководитель проекта нашего. И, собственно говоря, о котором сегодня пойдет речь. О моем новом бренде, ребята, я вам говорила, задавайте вопросы, пишите. Сейчас будем общаться. Все, передаю по раздоправлению. Так. Ну что, друзья, долго вы ждали этого дня. Так, немножко пройдусь. Вот наша коллекция, которую вы уже наблюдаете последние 2 месяца. Да, теперь наконец-то мы отсняли очень крутую фотосессию с нашей Нюшей. Теперь вы все узнаете, как это правильно носить, с чем это одевать. И как наша любимая Ню создавала все эти модели. Так, у нас присоединяется очень много людей, но пока еще не настолько много, чтобы мы начали. Или как вы считаете? Какие твои фавориты? Давай, вот ты сегодня все-все-все смогла померить, примерить на себя. Безусловно, любимые вещи, но, конечно, когда вот любимая вещь еще сидит на идеале, это... И когда у нее качество высшее. Ну, это само собой, я ожидаю. Я, короче, мой вкус, это вот эта штука, потому что это универсальное платье, ребеночку вообще так хочется. Туника из органзы. Может, вытащишь с вешалки, чтобы видно было, да, вот. Угу. Да. Ну и, конечно, бесполезно. Можно одевать подобленные и получать эффект такого безразмерного оверсайз. Тоже такой. И если, допустим, жить, надевать, очень мне тоже нравится. Настолько универсальная вещь, но цель нашего бренда – создавать такие модели, которые можно носить и в пир, и в мир. И ежедневно, да, и ежедневно, и на праздник они трансформируются, поэтому... Так, пишут, что Нюше плохо слышно. Я буду тогда... Да, Ню, чуть погромче тогда. Потому что если поближе, то я... Охвата не хватает. Вот. А, как взять вот так? Ого, мне так будет. Так? Угу. Все, отлично. Сейчас лучше слышно, девочки? Мальчики, скажите. Все, нам показали вот так. Так, это вот, в общем-то, такая нарядная коллекция новогодняя. Да, у нас тут супруг уезжает. Так, значит, а вот это у нас как хорошо... Так, что-то с камеры пишут. А что у нас с камеры? Вроде все хорошо. Так, ребята, давайте еще раз напишите. Нас слышно и видно? Ню. Да, проверка связи. Раз, два. О, пишет, все супер, отлично. Привет с Калмыкии. Боже мой, то слышно, то не слышно. Ребята, мы очень стараемся говорить громко. Я, кстати, сейчас надела верх от этого костюма. Рассказываю. Погромче. Да, погромче. Рассказываю. Да, ну, чтобы все увидеть, я просто не смогу на все вам показать. Заходите на нашу страничку в Инстаграме Нюшевэр, там все очень красиво, девчонка сфотографировано, показано. И сегодня рассказываю. Фотосессия тоже была посвящена моему бренду, поэтому совсем скоро вы меня увидите во всех моих вещах. Красавица, восхитительная, шикарная. Спасибо. Ну что, потихонечку давайте... Да, давайте перейдем к вопросам, к вашим. Было очень много вопросов.
когда мы выложили пост и заявили о нашем прямом эфире. Вот, соответственно, самые популярные, наверное, что вдохновляет, возможно, какие-то песни или какие-то эмоции на создание данной коллекции? Вот очень много спрашивали. Ну, конечно, всегда есть эмоции, которые вдохновляют, в первую очередь, самые позитивные. И, наверное, эмоции такого счастья и любви. Мне кажется, все люди. Когда хочется творить для людей, да? Конечно, и этим наполнено всегда мое творчество, этими эмоциями. И, само собой, вот эта творческая часть тоже подвержена тем же эмоциям, тем же. Так, есть вопрос пока такой длинный, мода это стремительный мир красоты. Просто очень быстро, очень много людей, у нас уже более 6000 человек. Вот, я просто не успеваю даже читать вопросы. Можно еще раз задать вопрос, был интересный, но я не успела его зачитать, девочки, пожалуйста. Вот, и сейчас вопрос, опять плохо слышно, погромче, пожалуйста, Нюша. Вопрос о том, что вечная проблема у девушек. Вроде как полный гардероб, а одеть нечего. Как с этим справляться? Да, и это... как обычно ты это делаешь? В общем, я что делаю? Я где-то раз в месяц, два месяца стараюсь перебирать свой гардероб. Потому что действительно, мы любим всегда какие-то вещи, хочется ее сразу надеть, что-то новенькое. А потом вот, у меня бывает так, что я повешу и вообще забываю про это. Она сидит в уголочке, или, допустим, заканчивается там сезон, не успел одеть, тоже отложил, все, и вообще про не забываю. Очень классно перебирать гардероб, рассматривать, напоминать себе какие вещи, ну, для меня это работает. И иногда я в последнее время фотографирую руки, это тоже очень удобно. Классно, когда есть трансформирующиеся вещи, есть базовые такие комплекты, например, базовые водолазки, базовые опять джинс, и ты просто подбираешь, допустим, бомбер ты надеваешь, берешь в зависимости от мероприятия, куда собираешься идти, рассматриваешь разные варианты аксессуаров, ветка, а база всегда работает. И самое главное, это удобно. Да. Вот, просто следующие вопросы. Как вообще ты пришла к этой мысли, чтобы создать свой бренд? Да, что на тебя повлияло? Как это случилось? Если честно, повлияли на меня вы, мои дорогие. Вы мне написали, что так понравилось, и очень хотите вот как бы увидеть что-то лично от меня, мою какую-то идею и вот, собственно говоря. Твое видение. Да, мое вот личное видение. Я очень вдохновилась этими отзывами, мне очень понравилось, что вы так зажглись, я тоже зажглась, в общем-то. И благодаря этому взаимному огню у нас получилось две коллекции. А планируете ли вы, спрашивают, детскую коллекцию? Ну, и подвязывать, и с обтягивающим внутрь, внутренней части. Платье-футляр можно использовать вовнутрь даже. Да, да. И это можно еще добавить. Нашу юбку из органзы. Да, можно как платье, можно на джинсы, на футболку, да. Как либо сейчас, либо футболе, как вам нравится, как вам будет. Если бы не создание бренда под твоим именем, то чем бы ты занялась? Интересный да? вопрос. Чем бы ты занялась? Но, само собой, то есть такие творческие отступления мне подняты. И самое главное просто, что сейчас действительно есть команда, благодаря которой у меня получается все это, ну, то есть все свои мысли. Это про нас, это про нас. Все свои мысли по этому поводу воплотить в жизнь. К сожалению. Ну, мы стараемся изо всех сил. Почему только три цвета в одежде? У нас как бы не три, у нас есть еще капсула.
Да. Просто здесь вообще, не все собой представлено. Но мы все равно старались соблюдать вот такую гамму. Мы выбрали, наверное, самые такие, ну, как нам кажется, актуальные цвета. Мы очень попали в горчичный. Оказывается, это сейчас очень трендовый цвет. Мы об этом не знали, если честно. Просто вот мы сделали один из самых важных из них. Горчичный. Костюм горчичный, а с костюм зеленый. А что нас ждет в новой коллекции? Пока не расскажу, потому что мы сейчас как раз занимаемся ее созданием и будем потихонечку, конечно же, рассказывать уже на страничке нашего бренда и открывать закулисные дела. Мы будем подготовить видео, где мы обсуждаем и показываем, как мы это делаем. Опять не так, следующий вопрос. Я просто очень много вопросов про личную жизнь. Мы говорили о том, что большая просьба задавать вопросы касательно бренда. Тематический эфир, я рассказываю именно вот о бренде. А какие разы удобно еще что-нибудь обсудим, но пока что сегодня только про бренд. Ребята, действительно, приносим извинения, что связь такая плохая. Мы хотели вообще вернуться в наш офис, да? Вот. А у тебя подтормаживает связь? Ну вот она об этом не говорит. Говори, может быть, ты так попробуешь немножко поговорить. Горячий телефон. Сейчас. Сейчас, секунду. Но действительно подтормаживает, да, со связью. Так. Ну, ты вопросы видишь? Я вопросы вижу. Ладно, давайте попробуем. Давай попробуем, что попробуем. Так, слышно? Мой телефон много раз падал, извините. Ну да, он может подтормаживать. Так. Я не знаю, просто действительно так плохо. Можем перенести. Ну что нам делать? Давайте тогда перенесем. Ребята, давайте мы предлагаем тогда сделать, перенести прямой эфир на понедельник. Угу. Да. Мы тогда сейчас сообщим, конечно. Какое время. Вы за? Скажите, вы за перенести эфир, повторите и задать все вопросы. Хорошо, тогда мы сейчас напишем информацию по поводу следующего прямого эфира. Вот, сегодня хоть немножко свиделись. Да, я вас обнимаю, целую. Следите за моими сторис, обязательно напишу, когда в следующий раз увидимся. Так.